Да? Дима залез даже на лестницу. Внизу уже все ободрал, Дима, да? Обдирает теперь выше. Ненужную кору. Деревьям уже 20 лет. Их никто не обдирал. Наверное, Диму ждали. О, да? Пасую я-то, лава? Нет. Ветки такие. Там вообще лес какой. Пройти где можно. Дальше вон там. Здесь просто кусок леса большой. Побольше. А там вон, смотри, солнышко, потом еще солнышко. А тут брошенный. Ну, идем гуляем. Что ты? Не спеша. А вот тут смотри, какой дом. Тут тоже был заброшенный участок. Ой, какой красивенький. А был вот такой же вот почти. Это что? Смотри, какой красивый дом, Дим. Забор красивый. Класс. Красивый. Большие такие вот окна. Да? Да. И отштукатурили так хорошо. Забор большой, ничего не видно. Тихо. Там зеленая дорога, что-то. А здесь ровно. Здесь зеленая. Там зеленая. Ёлка, смотрите, какая. Все ветки туда тянутся. Здесь красивые дачи. Здесь уже все построено. А там спилили верхушку, поэтому она такая получилась. Нет, там просто здесь лес, и поэтому тянется туда, все в ту сторону. Ну, чуть-чуть. А, верхушка? А, у нее еще и верхушку спилили. Чтоб она выше. На Новый год, бедная елка. Тропинка. Полянка. Полянка. Я помню, на велосипеде в детстве едешь, какая-нибудь машина едет. И все время тут останавливаешься. Заезжаешь, ждешь, пока проедет. Потом обратно. Вернее, дальше. И вниз, главное, идет туда лес. А недавно пошел вниз. Недавно? Да, до этого были деревья тут стояли, не было. Нет, а вниз не было. Дима, упадешь. Не, ну было, может быть. Упадешь, не ходи туда. Там было, ямы. Может быть, но там, наверное, это... Не видно было, мы не знали. Яма там. Дима. Я за ней его звальцу. Я за ней его звальцу. Деревья еще пробили. Да? Яму. Не видно было. Где там яма какая? Какая голова какая. А вот смотри, какие елочки другие чуть-чуть. Тоже. Видишь? Они другие совсем. Палки, ага, палки. Слушай, они пушистые елки вот эти. Да? По-моему. А вот елка, смотри. Смотри, она пушистая, потрогай ее. Пушистая она. Здесь шишек много. Другая какая-то она. Пушистая. Почему-то. Там вон одуван большой растет.
Его можно собрать и приклеить потом куда-нибудь. Все серебристые, значит, Димины. Тут тоже, смотри, мам, это елка пушистая. О, какие у нее ветки, смотри, красивые. Так у нас тут лес, оказывается. Да, там большой лес. Там сосновый дальше. Туда, если по дороге от этой асфальтированной спуститься, там есть сосновый бор. Они прям посажены, елочки друг за дружкой в ряд. Красиво очень. Шишки только не найдешь, наверное, уже. Идем, ребенок. А вот здесь я где-то первый раз мяту увидела. По-моему, даже вон она растет. Такой ароматный. Я, по-моему, бабуля принесла, она сказала, это мята. Я ее тут нашла. Ага, наверное. Красиво. Ага, часы там. А, нет, не часы. Что-то. Нет, там дротики. А тут смотри, ромашка другая какая-то. Какая-то другая ромашечка. Лилия. Все равно с рост человека. Возвышение тут не очень большое. Тут тоже полянка. Дерево вон, смотри, упало. Смотри, как дерево сломалось, упало. Хорошо, никто не это тут не ходит. Так грохнуло на машину. Ага. Тут костер жгли, идем. Почему? Посыпаем муку, да? Это от огня пепел остался. Идем, мы уже уходим. Пойдем. Мужик уже в магазин сходил. Какой мужик? А здесь шлагбаум. А здесь, да, у них, кстати, шлагбаум. Зачем? Шлагбаум какой. Шлагбаум. Это соседний, да? Шлагбаум. А, у них же тут асфальт. Шлагбаум, Дим. Офигеть, а у них шлагбаум. А и смотри, девисил тут вырос. Это шлагбаум. Девисил. Цветочек уже вот-вот будет скоро. А тут еще не вырос. Оторвали, наверное. Большие листья девисила. Шлагбаум. Шлагбаум. Иди. А вот крапива уже растет тут. Тарелки на проводах. Красивые тарелки такие. Ага. Все, пришли? Пришли. А что-то у них тут заросло раньше, тут не было. Там. Да, не было. Поле сразу было видно. А, вот этот, что ли? Да. Ну да, здесь мусорку потом поставили. Ну, потом убрали, потом... Люди привыкли бросать мусор. Нет, вон оно. А тут шиповник. Ба, шиповник огромный стал какой. Был такой малюсенький недавно. Вот тут у них всегда, да. А, поле спашенное. Спаханное. Спашенная. Водичка? Нет, это поле. А что, оно отдыхает, что ли, получается? А что ж тут? А там на обочине какие-то лежат. И там просто спахано. Большое, смотри, какое поле большое, Дим. Большое поле. Я помню, у меня в детстве мечта была погулять вдоль поля. Посмотреть, как все растет. А вот трактор спахал это поле, видишь? А, это эти были подсолнухи, наверное, в прошлом году. Что ли? Не ходи туда.
Гулять нельзя, да. Может быть, здесь уже что-то посадили. А тут жарко, чувствуешь? Да, вон воздух колышется. Да, я вижу. Вдалеке. На камеру, наверное, не видно. А, видно. Дим, ты куда пошел? Мы туда не идем. А, видно. Через камеру видно, представляешь? Дим, мы не идем туда. Мы уходим назад. Смотри, какую травку я тут нашла. Полынь дай ему потрогать. Дим, иди сюда, смотри, какая травка. А птицы как поют. Иди сюда, Дим. Смотри, какую я травку нашла. Там тоже с пахами. Красивая. Тоже колышется. Что ты ему там? А-а-а. Ах, как красиво. Жалко, подсолнухи уже все. Вон там он по обочине тоже растут разные травки. Ромашку я тут собирала, я помню. Ромашку. Вот тут я тоже ромашку собирала. Нет, это поле. А там лес. Вон там лес. Вот там лес. Да. Там лес. Там лес. Мама букет набрала. Тут травки растут, да? Все травки собрала. Там пукает. Где? Ой, кто-то там побежал. О. А там паук сидит. Вон. Сидит, ловит, да? Огромный. Какой большой паук. Дим, идем паутину тебе покажу с пауком. Вон он, какой огромный. Что ты хочешь? Он не спит там. У него там норка. Норка? А вон, видишь, дырочку он туда пролез. Вот она, дырочка. Вон она, дырочка. Ничего себе, он там даже... Норка там. Вот она, норка. Норка. Покажи. Ой, колючая какая вот эта. Это колючая. Вон да. Паутина, а вон там паук сидит. Колючая. Тихонько, не трогай, уколешься. Вон не паук. Трогай, Дима. Вон паук. Ух ты, жесткая паутина у нее. А смотри, какая тут красивая паутина. Какая? Дим, вот паутина. Красиво. Не трогай паутину, там паук. Дом, да, целый? Где она? Не вижу нифига. А вот она. Давай встретимся, посмотрим.